На самом деле волк, как и любое живое существо, очень сильно. Да в рот его ебать, того волка паршивого. Показываю первый способ, как легко оглушить любого волка. Чтобы не было никаких проблем, некоторые люди боятся там хватать их за нос, схватать за пасть, мол, погрызет и так далее. Ладно, минимум контакта с животным. Представляю, вот голова нашего волка. То есть это все происходит в быстром движении, в моменте. Что мы делаем? Раз. Раз. По ушам. Создаем вакуум. Раз. Все. Вы понимаете? Мы оглушаем таким методом животное, то есть волка. После создания вот этой пробки в ушах животное, можно сказать, дезориентируется. Оно не понимает, что ему делать, потому что будет стоять в ушах гул, и если ударить посильней, раз, то, скорее всего, животное так или иначе может даже сдохнуть. Поэтому данный метод очень практичный, очень легкий и быстрый. Раз, раз, по ушам. Понятно? Здесь, я надеюсь, никаких вопросов возникнуть не должно. Раз. Раз. Локтя. Раз. Раз. С локтей. Двумя руками в живот. Раз. 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 Блядь. Ты какого хуя тут мне... Палку выдираем. Раз. В ребро. Раз. Раз. Два. Три. На нахуй. Раз. 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 Вот так вот. Раз. Понимаете? Все. Отработали по ребрам. И так как там достаточно нежная ткань и тонкая прослойка мышц, то, скорее всего, если удары были достаточно сильными, вам повезет, вы сломаете существу несколько ребер, повредите там, отобьете печенку, я не знаю. И, если опять же вам повезет, существо убежит в лес, отступит. Но если вам не повезло, то, увы, завтра вы, ваша родня будет есть пирожки. Всем спасибо за просмотр. Удачи!